Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о акции от Xiaomi, очень выгодной акции от Xiaomi. Стартует очень классная распродажа на продукцию Xiaomi и Poco с моделями, которые вы можете приобрести по акции. Можно ознакомиться в описании к этому видео. Одна из таких моделей — это Xiaomi Redmi Note 13. Давайте посмотрим на комплектацию данного смартфона. Вот, в зеленом цвете, это версия 6128, но версию вы можете заказать любую и в любом цвете, и с большим объемом встроенной оперативной памяти. Я так прикинул, что это где-то на 20% выгодней, если заказывать через, вот, на AliExpress по ссылке в описании, где-то на 20-15% выгоднее, чем просто купить его сейчас в магазине. Так, давайте в комплектацию. Так, в комплектации серенький чехол-накладка будет, документация, скрепка для SIM-слота. Дальше блок для зарядки 33 Вт и кабель USB Type-C. Хорошая комплектация по современным меркам у данного смартфона. Вот. Отличные цифры показывает в Antutu бенчмарке данный смартфон, 336 тысяч. Процессор и железо тут установлен Snapdragon 685, Adreno 610, Full HD Plus дисплей. Вот, в общем, хорошие характеристики, и тем более по такому выгодному приложению будет и очень выгодно, да. Цена-качество, цена-производительность очень выгодно, да, по тому приложению, которое сейчас есть на AliExpress по данным пунктам смартфона. Так. Также, ну, этот смартфон Poco X6, он не продается по этому приложению, но его улучшенная версия Poco X6 Pro, что даже лучше, она продается. То есть комплектация у этих смартфонов будет идентичная, и они очень похожи внешне. Так, кабель в комплектации и адаптер, но уже на 67 Вт идет с этим устройством. Вот, Poco X6 Pro — это устройство на 14 Android с Xiaomi HyperOS на борту. У Poco X6 тут еще MIUI на борту и набирает в Antutu Benchmark 584 тысячи Poco X6, тогда как Pro версия набирает 1 300 000, то есть более чем в два раза. Там вообще монстр по производительности, и сейчас его можно приобрести по очень выгодной цене. Вот. Помимо этого, вот видим, есть смартфон, это Xiaomi Redmi Note 13, вот, в любом варианте, в любом цвете, любой памяти. Также у нас Poco X6 Pro, вот, то же самое, за отличную стоимость, то есть это на даже 30% ниже сейчас его рыночной стоимости. Poco M6 Pro мы можем приобрести. Также Redmi Note 13 Pro Plus. Ну вот, по отличной цене. Xiaomi Mi Pad 6 Snapdragon у данного планшета. И, конечно, Xiaomi 14 тоже по отличной цене. Тут даже на 35% где-то ниже вот эта вот цена, чем сейчас он продается просто так в магазинах, в официальных магазинах. То есть то же самое, и разные вариации памяти и цветов. В общем, отличное выгодное приложение. Вот. Рекомендую, ссылки на все эти смартфоны вы сможете найти в описании к видео. Если думали взять себе какой-то такой Xiaomi, то сейчас вот отличная возможность заказать его на AliExpress. На этом, в общем, заказываем Xiaomi Redmi Note 13. Это для тех, кому нужно просто, да, недорогое, но хорошее, относительно хорошее, выгодное устройство на данный момент. То же самое относится к Poco M6 Pro, то есть это недорогой игровой смартфон. Poco X6 Pro, да, улучшенная версия данного смартфона, это, ну, самый лучший, да, топ по производительности, который сейчас можно вообще придумать. То есть лучшая производительность за наименьшую цену. То есть для игр, для стабильной работы это будет вот самое оно. Планшет, если вам нужен планшет. И, конечно же, Xiaomi 14 это флагман. Если вам нужен флагман, премиальное устройство с отличной камерой, с отличной производительностью и отличного внешнего вида, то, конечно, заказываем отличный Xiaomi 14. На этом все. Спасибо за просмотр.